Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе остается сложной. В среднем последние дни регистрируется около 300 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. И в этих условиях на помощь городскому здравоохранению пришли федеральные клиники. У нас не бывает здесь очередей. Почему? Потому что у нас стационарное отделение скорой помощи, оно такое отделение, как раз вот оно одно из немногих в стране, которое позволяет быстро обследовать. Здесь два компьютерных томографа, здесь лаборатория с пневмопочтой, здесь достаточное количество персонала и площадей для того, чтобы проводить быструю сортировку, обследование и не задерживать машины.